Шрам на лице Франции. Весь мир обсуждает трагическую судьбу Нотр-Дам-де-Пари и пытается разобраться в причинах пожара, практически уничтожившего культовое сооружение. Что это? Халатность? Миграционная политика в действии? Или, как говорят, ищите, кому выгодно? Попробуем разобраться в этой теме вместе с нашими гостями. Сегодня у нас в студии Любовь Григорьева, кандидат исторических наук, доцент кафедры культурологии и религиоведения КФУ имени Вернадского, и Дмитрий Михайлов, политический обозреватель телеканала «Крым-24». Кроме того, свяжемся по скайпу с Борисом Рожиным, экспертом Центра военно-политической журналистики. Любовь Ивановна, наверное, в первую очередь вопрос к вам, да, как к доценту кафедры культурологии и религиоведения. Да. Вот несмотря на то, что основной каркас здания уцелел, и это считается уже во Франции достижением, причиненный ущерб, он колоссален. По сути, возвратить то, что сгорело в огне, уже невозможно. Получается, Нотр-Дам-де-Пари погиб? Таким, каким мы его знали? Нет, я так не думаю. Конечно, никогда так не скажу. Я так думаю, что как бы это мнение не только мое. Во-первых, Нотр-Дам-де-Пари – это собор, это храм, это культовое учреждение. То есть это тихое пристанище измученному миру, как называют в акафистах. Тихое пристанище измученному миру. И вот мы еще пока не знаем, почему погиб, да, но, скорее всего, техническая причина, хотя кто его знает, да, может быть, если не техническая, может быть, миру не надо, чтобы было тихое пристанище. Это, конечно, опасно. Но самое главное, и что как бы, ну, во-первых, сейчас идет пост, строгий, великий пост, и во время этого поста случается такое страшное действие, такая трагедия, и, конечно, это заставляет думать. Но вот меня, как религиоведа, например, утешает, что, ну, во-первых, конечно, привело в ужас, как и всякого нормального человека, привело в ужас. Вот, но утешает, что в Нотр-Даме, который, собор, который стоит, вот начал строиться с 1163 года, да, что туда после крестового четвертого похода были привезены три великие святыни. Вот когда Константинополь был разрушен, то есть из Константинополя в Париж привезли три святыни. Их удалось спасти во время пожара? Да, это венец, который был надет на голову Христа, чтобы насмеяться над ним, чтобы такое шутовское коронование делать, когда Христа распинали. Терновый венец, да. Это частичка креста, на котором распинали, и гвоздь, которым прибивали его как человека, и мы понимаем, какие мучения понес Христос, пострадав за нас. Но самое интересное, что эти святыни, вот Христа распинают сейчас, или стихи, или что, почему-то Господь попустил это действие, вот Христа как бы распинают Великий пост, но святыни остались живы, Христос воскрес, и значит, как бы все будет хорошо. Но мы еще поговорим о том, что это провидение Божье, да, кара, может быть, небес, или все-таки дело рук человеческих. Дим, ну вот действительно, пожар в соборе Парижской Богородицы, реконструкция на тот момент была, да, и занимались этой реконструкцией рабочие мигранты, что уже странно, да, в том числе. Потом закрыли здание само для посетителей буквально за 5 минут до пожара. Служба как раз закончилась. Часть святынь, насколько я знаю, на тот момент уже удалось вынести под прикрытием реконструкции. Не слишком ли много вот этих совпадений? Причем мало того, что их много, другое дело, что они при этом совершенно разные. То есть они могут говорить обо всем, о чем мы только можем подумать себе. И уже сейчас этим пользуются различные политики. Я думаю, мы чуть позже об этом говорим. Я хотел вот ответить на ваш первый вопрос. Погиб ли Нотр-Дам? Ну, во-первых, уже по данным объективным, да, по предварительным результатам расследований говорится о том, что большая часть внутреннего пространства собора все-таки не пострадала. И это уже очень хорошо, и это уже великое чудо. То есть не произошло обрушение каменных сводов, да, основы. Выгорела, конечно, крыша, разрушен был шпиль, часы вот эти вот знаменитые, частично пострадали вот эти вот красивые резные, как они называются, господи? Ну, понятно, деревянные это... Да, витражи, вот, частично.
Что еще важно? В основном пострадали объекты, которые были связаны с реконструкцией середины 19 века, то есть неаутентичные средневековые вот эти вот артефакты. Тоже очень жаль, на самом деле, потому что реконструкция, проведенная под руководством знаменитого Виолелли Дюка, он знаменитый архитектор, а многие его знают как знаменитого историка средневекового вооружения. Вот лично с этой стороны он был мне знаком, все время увлекался этой темой. Очень красиво, очень знаково, во многом изменил облик собора на тот момент и сделал его таким, каким мы его знаем. Дим, ну на мой вопрос все равно ты не ответил. На мой первый Любовь Ивановна не ответил. Да я к чему это говорю, что на самом деле Нотр-Дам не погиб. Вот его основа, его сердце осталось таковым. Еще знаковая фотография. А здесь еще стоит отметить, Нотр-Дам что? Само сооружение или Нотр-Дам как нечто объединяющее французов, и не только французов, наверное, европейскую нацию? Но на этот вопрос уже ответит, наверное, наш эксперт сейчас на связи Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики. Борис, здравствуйте. Добрый вечер. Вот Дмитрий адресовал вопрос касательно того, может ли быть, что это не какая-то там трагическая случайность, не какая-то халатность рабочего, который занимался реконструкцией, а хорошо спланированная, может быть, даже политическая акция, как сил внутри Франции, так, может быть, извне. Ну, естественно, сразу же начался пожар, сразу же в соцсетях начали циркулировать версии о том, что это не случайный пожар, а поджог. Но можно вспомнить, что такие же версии ходили во время одной из недавних атак ИГИЛ в Страсбурге, когда эту атаку пытались выдать за провокацию, которую организовал Макрон, чтобы сбить накал акций желтых жилетов. Соответственно, в таком же ключе слухи ходили и сейчас. Прокуратура Франции комментирует это так, что на данный момент никаких свидетельств поджога не найдено, но расследование официально продолжается, так что возможно, в перспективе мы увидим какие-то новые факты, но пока объективно нет повода говорить о том, что это был поджог, просто нет фактуры, указывающей на это. И хотелось бы, мы еще с Дмитрием будем обсуждать этот вопрос, но хотелось бы услышать и ваше мнение. Сейчас тот же Макрон, который потерял в своем политическом рейтинге после пожара и обращения к французской нации, он набирает обороты наоборот. Как бы люди стараются полюбить своего президента заново, наверное. Можно ли говорить о том, что это позволит войти Макрону в историю как действительно восстановителю собора Парижской Богоматери? Ну, естественно, он пытается максимально использовать эту трагедию для укрепления своего рейтинга, который пробил дно, обогнав даже низкие показатели позднего Оланда. Но я не думаю, что он слишком много сможет на это выиграть, потому что объективные причины недовольства Макроном, сам пожар и даже восстановление, которое займет не один год, они, конечно, не устранят. Ближайшие выборы, которые будут во Франции, я думаю, покажут, что вот эти медийные акции, ну, которые связаны с пиара Макрона, они не позволят ему набрать слишком много процентов и укрепить позиции партии, которая его поддерживает. Естественно, официальные СМИ сейчас всячески демонстрируют то, что Макрон хочет объединить нацию, хочет сплотиться перед лицом общей трагедии, но опять же, когда людей лишают, скажем так, их материального благополучия, когда их выкидывают с работы, когда их всячески давят налоговым прессом, то есть такие призывы сплотиться, они достаточно плохо воспринимаются. И это мы наверняка увидим на следующей акции «Желтых жилетов», которая пройдет в эту субботу. Спасибо, Борис. Я напомню, на прямой связи со студией был эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Ну вот действительно, здесь есть связь. Официальная версия прокуратуры Парижа пока непреднамеренный пожар, да, то есть это действительно случайность. Но, тем не менее, уже многие связывают это и с желтыми жилетами, мы сейчас это обсудим, да, и с эмигрантами, да, в основном арабское население. Любовь Ивановна, а вот действительно была некогда книга, о которой вот сейчас в эти дни многие вспоминают, которая называлась «Мечеть Парижской Богоматери». Как считаете, возможно ли такое? Вот такой вариант развития событий. Я не знаю, как о мечети, но я знаю, что собор Парижской Богоматери был построен на этом месте. Раньше была базилика первомученика Стефана.
Это тот первый человек, который еще погиб на древней земле Иудеи, которого забили, потому что он признал Христа. И вот что интересно, если как бы поразмыслить над этим, над местом, над событием, над последствиями, которые бывают вот как бы после трагедии, на фоне трагедии, то вот когда Стефана забивали камнями, такая была традиция, били камнями до смерти, ну, потому что чем-то не угодил, вот вера не угодил. И те, которые его били, они как бы свои одежды бросили к ногам человека, который приветствовал это, фарисея Савла. А мы теперь его знаем, Савла, как первоверховного апостола Павла. То есть это событие, вот трагедия со Стефаном, когда его забили, оно породило появление умного, самоотверженного такого человека, преданного до бесконечности, умного, высокообразованного, который мы сейчас в Новом Завете, вот я как религовед, конечно, принесла, можем открыть и, как говорится, читать слова, обращенные каждому человеку в любое время живущему. Друзья, ну, я хотел все-таки услышать ответ на свой вопрос. Если вот мы говорим, я, может, перефразирую ее немного, мы говорим сейчас о том, что Франция, в частности, Евросоюз в целом, да, наверное, Ангела Меркель этом серьезно поспособствовала, открыла в свое время возможность многим беженцам, в том числе мусульманам, приезжать в свои страны, обосновываться там, да, вроде как это было временной мерой, но тем не менее, действительно, люди почувствовали себя как дома и продолжают нести, не вливаться в общество, да, а вот обособленно продвигать свои какие-то там ценности, в том числе и религиозные, да. И сейчас можно ли говорить о том, что Европа и Франция в частности, она теряет свою, в том числе, религиозную составляющую? И вот сейчас не только духовно, морально, но и фактически. Это происходит, да, как религиозная составляющая, как католиков, да, вот французы-католики, и это происходит что-то. Вы знаете, Господь, если Господь попускает, значит, свято верит в то, что это будет незыб, что-то важное останется незыблемым. А вы человек верующий? Ну, в данном случае мы же говорим не обо мне, правда же? Мы говорим о Нотр-Даме. А почему? Что? То есть, на мой взгляд, если мы поднимаем этот разговор, то мы должны вообще прежде всего посмотреть на значение этого культоучреждения вообще в истории для человека. Ну, вот следуя вашей логике, да. Сгорел, ну, на то воля Божья. Прут мигранты, ну, на то воля Божья. На то воля Диктует Божья, свои, да, условия, на то воля Божья. А вы хотели от меня услышать какие-то кардинальные предложения, что нужно сделать, чтобы вот собор загорелся, а вдруг его кто-то поджег? Нет, я хочу услышать от вас возможные варианты развития событий в случае, если Франция перестанет ценить свою духовность, религиозность. Вот смотрите, позиционирую, да, себя при этом католиками. Да, Александр, вот я вам не случайно... Речь идет о потере идентичности. Вот послушайте меня, я не случайно вам рассказала о том, что когда Стефана забивали, то появляется из Савла фарисея, становится первоверховный апостол Павел. То есть любое событие, оно попускается не случайно. Через к хорошему делу приходит через какую-то трагедию, так тоже бывает. Может быть, вот сейчас, если открыть интернет, то там мы прочитаем... Слезы и молитвы. Смотрите, слезы и молитвы. И видим картинки, как стоят фотографии, как стоят люди, молятся и плачут на Нотр-Дам. То есть это может подвигнуть, это может служить таким огромным духовным толчком, чтобы спасти свою духовную святыню, спасти, ну, свою культуру и так я далее. Я хочу отметить, Вовина, что Макрон ведь тоже всплакнул, да, Дим, если я не ошибаюсь, да, и сразу лихо обратился к населению, тем самым, не знаю, искренне нет, не стану утверждать, но тем не менее, пытаясь повысить, вероятно, свои политические рейтинги, значит, что Макрон, уже в кавычках восстановитель, да, потому что порядка 700 миллионов евро уже собрано на восстановление Нотр-Дам-де-Пари, станет в политическом смысле апостолом. Ну, в данном случае, я так понимаю, эти деньги перечисляют со всего мира, да, добровольцы. Я могу сказать одно, что, безусловно, это драма, да, очень серьезное происшествие, это трагедия для мировой культуры.
используется всеми сторонами. Вот всеми, кто мало-мальски заинтересован. По поводу того, что Макрон всплакнул, вполне допускаю, что он сделал это в том числе и искренне. Потому что, честно, когда я смотрел вчера трансляцию вот, прямую того, что происходило в Париже, сам я никогда не был в Париже, у меня нет во Франции таких близких друзей, там буквально пару знакомых. Но как человек образованный, да, для меня это определенный культурный код. То есть вот собор Парижской Богоматери, творчество Виктора Гюго, там вот этот замечательный мюзикл, все эти наши какие-то ассоциации, связанные с французской литературой. Это было ужасно, то, что вот мы видели вчера в прямом эфире. И я слышал, как журналисты «Россия-24» тоже срывающимися голосами, не знали, что говорить, как комментировать это все. Им приходилось комментировать на протяжении нескольких часов. И это все понятно, эмоции. Но эти эмоции используют все. Причем, что интересно, используют люди разных политических убеждений по-своему. Ну, начнем с самого очевидного, да, когда мы увидели, что горит собор Парижской Богоматери, который ни разу за 700 с лишним лет существования вот так вот конкретно не попадал в пожар, да, даже в средние века, сразу все подумали, ага, первое, ну, по крайней мере, вот у меня такая мысль мелькнула, может быть, она, ну, несправедливая, но она мелькнула, что это может быть теракт. Ну, стоял 900 теракт. Лет, сгорел за 6 да, часов. Да, теракт. Причем, на кого мы первых думаем? На запрещенное в России исламское государство и тому подобные радикальные джихадистские секты. Второе, о чем я подумал, вспомнив о том, что 5 месяцев, вот на эти выходные будет ровно 5 месяцев, как во Франции происходят протесты желтых жилетов. Каждые выходные люди собираются и протестуют. Сначала были чисто экономические требования, потом и политические. Вот. Второе. Значит, желтые жилеты. Среди них есть много радикалов. Причем, что удивительно, такое движение, где и правые, и левые соединились, чтобы вместе, значит, противостоять вот этой нынешней власти Макрона, который в свое время позиционировал себя ни как правый, ни как левый. Против него объединились все. Ну, он Собчак уже рассказал о том, да. Она наверняка знает, что виноваты социалисты. Да, да, что то есть обвиняю, ну причем у Собчак своеобразное у нее было заявление, то есть часть, скажем так, правоконсервативных публицистов уже пишут, что да, возможно, анархисты какие-то, которые являются противниками любой религии, в пику Макрона могли такое сделать. И наоборот, социалисты говорят, что, вы знаете, те, кто стоят за Макроном, вот это вот глубинное государство Франции, Эстель Блишмет, вот эти банкирские круги и прочее, они могли это сделать для того, чтобы, значит, притушить этим пожаром, ну, понятно, протесты желтых жилетов. Дим, но я хочу каждый сказать, это не единственное вот такое вот заявление, да, ты говоришь, вот логика человеческая, действительно, начинаешь думать там, кому запрещенный ИГИЛ, да, потом полагаешь, что желтые жилеты, какие-то анархисты, социалисты и прочее, 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 перебирая, но и большое количество всевозможных комментариев в сети, естественно, появилось, к сожалению, не всегда адекватных. Потому что некоторые просто радовались и хлопали в ладоши. Я не понимаю, почему. Но вот, например, один из украинских, да, у нас здесь приверженец Тарас Березовец, он приверженец Порошенко, Березовец, да, он пошутил в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери, связав визит Зеленского накануне в Париж именно с этим событием, и сказал, что, мол, повезло французам, что еще и Елисейский дворец, мол, не сгорел. На что ему, собственно, ответили, как вам не стыдно, позор. Причем это сделал посол Франции. Посол Франции ответила и отметила при этом в посте МИД России, да? На что, собственно, наши мидовцы ответили, говорят, чему вы удивляетесь, ваша школа, и напомнили, что некогда карикатуру рисовали французы на крушение российского 154. В принципе, вполне справедливо, но я не могу понять логики людей. Вот действительно, это же потеря достояния. Неважно, в какой стране оно находится, неважно, с какими там политическими режимами. Разве это не потеря, в том числе, я не говорю о материальных ценностях, о духовных ценностях, о моральных ценностях, безусловно, об исторических ценностях. Безусловно. Тут много измерений вот этого всего. Ну, а как я уже вот пытался сказать, на самом деле не все так страшно оказалось, как мы вчера предполагали, вот когда наблюдали это в прямом эфире, что действительно были повреждены там части, верхние части, да, крыша, там шпиль, но сам собор уцелел. И, кстати, вот очень знаковая фотография, которую распространили новостные агентства, когда заходили пожарные, значит, у нас вот есть, кстати, видео, я режиссера попрошу, да, Алексей, если можно завести на плазму и видео. И вот это очень знаковая фотография, что мы видим
почти неповрежденная внутренность собора, да, там незначительно что-то упало сверху, и крест. Крест остался целым над алтарем. Вот, мне кажется, для религиозных людей это вообще просто очень важный символ. То, о чем вот вы говорили, что несмотря на все вот эти вот превратности, истинная вера, да, может возродиться. Хотя во Франции это очень большой вопрос. Как известно, французское общество разделено по этому принципу. Если раньше это была католическая держава, то сейчас, ну, кроме того, что вот о чем вы говорили, там много, 60%, да, много там мигрантов, там мусульмане появились, и не все из них, к сожалению, традиционного ислама придерживаются. Но, да, где-то порядка 30-35% остались вот таких убежденных католиков. Там атеисты, либо какие-то приверженцы различных сект. Я считал сегодня по соцопросам 60, но отмести тех, которые исключительно просто отвечают на вопросы, что да, я католик или не католик, но никогда не был там в церкви. Формально 60. Дело, да. По факту, вот опрос Гэллоп, известная фирма, 30%. Любовь Ивановна, у меня вот другой вопрос. Если мы говорим о необходимости и сохранять, и каким-то образом реконструировать наследие прошлого, да, все-таки должны быть какие-то правила реконструкции, должны быть какие-то нормы, нормы допуска рабочих, да, вот как мы видим в этом случае большое количество, не удивлюсь, если даже нелегалов работало при этой реконструкции. Но а где этот контроль, где эти требования, где это качество к выполнению? Неужели каждый там условно гастарбайтер может выйти, бросить там окурок и горение, ну, все в синем пламени? Это настолько серьезное дело. Во-первых, любой храм — это синтез искусств. То есть, а насколько с точки зрения религии допустимо, чтобы, к примеру, мечеть строил христианин, или христианский собор католический в данном случае строил или реконструировал мусульманин, или там, человек, который другую веру исповедует? Ну, наверное, это уже как бы такое позволение времени. Раньше каждая конфессия строила для себя. Место, естественно, выбирал Господь, указывал, много таких чудес. Вот, когда выбиралось место. Ну а сейчас вот эти вопросы, они это уже как бы такого технического характера, потому что все это продумано, уже все это есть. Я на другое хочу обратить внимание, что увидеть в этом нет печали без радости. То есть вот сеющие слезами радостью пожнут, говорит псалмопевец Давид. И вот эта беда, она может быть объединить многих. Разные, ну вот вы больше о политике, политические силы, мне больше ближе творческие силы, духовное пространство, оно ведь как бы Бог попираем не бывает. Там трагедии, потери нет. А есть наоборот, это та беда, которая поднимет, заставит задуматься, сплотиться, потому что, ну, зло, оно, видите как, оно неистребимо, оно будет всегда. И, может быть, эта беда поможет, ну, вырастить число сторонников добра, созидания. А то, что касается восстановления творческих сил, их, я думаю, в мире схватит. Тем более с новыми технологиями найдутся архитекторы и декораторы. Я хочу сказать, что уже наш президент предложил свою помощь, и наших специалистов, которые имеют большой опыт в реконструкции исторических объектов. Да, да, да. В этом смысле, я думаю, что тут вообще просто проблем нет. У меня другой вопрос. Почему, вот, Дим, почему допустили, в принципе, на тот момент пожарный 40 минут? В столице Франции. А вот это большой вопрос, который не применяли все авиацию при тушении пожара. Как? И, честно говоря, вот я смотрю по видео, я не специалист в этой области, говорю как обыватель, но как-то вяловато тушат, без энтузиазма, вот, нехотя. У всех вот такой вопрос возникал, и вчера и мы, когда смотрели, и писали всевозможные люди сразу же комментарии в прямом эфире, включая президента США Дональда Трампа, который, как обычно, отметился в Твиттере и сказал: «Боже, это ужасная трагедия, почему же вы не используете вертолеты, да, и самолеты?» Ну, был дан ответ чуть позже, по-моему, уже сегодня утром, говорили о том, что вроде бы было признано нецелесообразным использовать авиационную пожарную поддержку, потому что большие массы воды могли просто обрушить собор уже наверняка, наверняка его разрушить. Пусть горит, но... Да, поэтому его тушили как-то с земли, но я уже читал, собственно говоря, переводные материалы критические вот к этой ситуации, настроенные иностранной прессой, где говорилось о том, что действительно, во-первых, не так оперативно отреагировали.
Да, то есть после того, как сигнал два раза поступал о возгорании, с разницей в 30 минут. Это при том, что не какой-то склад горит. Конечно. Это горит сооружение, которому 900 лет. В центре Парижа, одно из самых известных достояний Французской Республики. Вот. Во-первых, не так оперативно отреагировали. Во-вторых, выяснились большие проблемы с тем, что не хватает нужного оборудования, там, лестниц нужной высоты, к примеру. И это в центре европейской столицы, где как бы есть и небоскребы, да, и прочее. То есть не так все благостно даже в такой благополучной стране. И это, конечно же, большой удар по нынешней власти, но она, эта власть, как мы видим, пытается, наоборот, использовать это для того, чтобы объединить своих сторонников. Ну, в любом случае, цинично, даже, но даже это так. Если следовать логике Любови Ивановны, да, что это может быть провидение небес, стоит отметить, что ну, ничего не бывает вечного, наверное, да, поэтому оно и ценно. Но хочется верить, что этот пожар все-таки вызван трагической случайностью, но не был спланированной акцией. Господа, я благодарю вас за беседу, вам успехов в работе. Зрители, благодарю за внимание. Увидимся с вами завтра в прямом эфире в этой же студии, в прямом эфире программы «Вечер Лайф» и обсудим то, что обсудим.